Винегрет – оригинальный и вкусный салат на каждый день. Винегрет по-французски отличается от обычного особенной заправкой вино, масло и горчица. Делюсь рецептом. Винегрет прекрасно сочетается с разными гарнирами, каши, мясо, рыба и так далее. Чтобы салат приготовить быстро, необходимо заранее отварить картофель и свеклу. Если любите морковь, можете добавить ее также предварительно отварив. Свекла 150 грамм. Картофель 100 грамм. Лук репчатый 50 грамм. Горошек 80 грамм консервированный. Огурцы бочковые 80 грамм. Горчица 1 чайная ложка. Масло растительное 4 чайных ложки. Вино красное 2 чайных ложки. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 2-3. Подготовьте ингредиенты. Отварите заранее свеклу, очистите после, нарежьте свеклу небольшими кубиками. Выложите нарезку в салатник. Лук очистите, сполосните, нарежьте маленькими кубиками. Добавьте лук к свекле. Картофель отварите, остудите, нарежьте кубиками небольшого размера. Бочковые огурцы нарежьте небольшими кубиками и добавьте в салат. Добавьте в салат консервированный горошек. Отдельно смешайте масло, вино и горчицу, добавьте соль и перец. Заправьте салат и перемешайте ингредиенты. Приятного аппетита!